Сегодня денек 7 мая. Совершенно иной. Пасмурно. Идут дожди. Вернее, думают идти дожди. Когда я собирался на прогулочку свою, Софира торопела. Хоть бы на часок в ту весну на хуторок. Казалось бы, зачем это надо? Зачем надо? И почему такая тоска по тому времени? Потому что вот родное место, время, которое тебе запомнилось, ты чувствуешь себя беззаботным, юным во всех отношениях. Оно особым образом врезается тебе в память. И вот как только туда попадаешь, или хотя бы мысленно воспроизводишь все это, сразу же ты подпитываешься вот той вот энергетикой. Поэтому иногда в песнях слушаешь, бывают очень хорошие дельные подсказки. Так что рекомендую слушать такие хорошие песни, мелодичные, со смыслом, и применять их на себя. Так, оп, хотя бы на часок в ту весну на хуторок. А вот она, весна. И вот они, родные места. И ты идешь и представляешь. Вот он ты. И главное, чтобы вот это вот не просто вы представили, а началось действие, вы почувствуете вот один из показателей, это какие-то мурашки начинают идти по телу. Вот радость возникает. И в теле мурашечки побежали, побежали. Вот это то, что надо. А, хорошо. Улыбка сразу же на лице. И продержите это состояние, оздоравливающее, омолаживающее, продлевающее жизнь. Хотя бы минут 5-10. Ну а дольше лучше будет. То есть тем самым, как бы сказать, вот, почувствуйте лику жизни. Она все время омолаживает нас, обновляет. И мы песчинки, которые сможем омыться в этой реке, подзарядиться и опять побежать, вылупив глазки, делая свои делишки суетные. Да, бушует месяц май. Ну, я думаю, хороший для вас задельчик сделал. Слушайте и смотрите этот клип.